много болельщиков ЦСКА идет поддерживать свою любимую команду. Очень много болельщиков по всей трибуне, не только в фан-секторе. Поскольку проиграли на Гомельского, сегодня надо выиграть обязательно. Поддержать команду, естественно. У нас цель одна – победа. Последнее поражение, пусть как бы это было таком в предсезонном турнире, но все прекрасно понимали, что это для нас такая была пощечина, что мы проиграли. За несколько дней еще там до нашей игры даже с Жальгирисом уже был такой ажиотаж, уже в прессе пошли всякие заголовки и еще тому подобное. Поэтому, в принципе, матч, наверное, получился горячим, эмоциональным. Даже видели, что удалили тренера. Я не помню, на самом деле, на своей профессиональной карьере, что было во время игры удаления тренера. Уже на протяжении там, последних 2 или 3 лет я выхожу индивидуально против Алексея играть шведа. В первую очередь, конечно же, надо было в защите принести максимум пользы и не дать как бы Алексею разыграться. Ну а от этого уже как бы все пошло, после чего забил 3-очковый, уже более-менее так почувствовал игру, и партнеры пасовали, мне осталось только забивать. Был сегодня довольно-таки неплохой фан-сектор, довольно-таки шумный. Понятно, что мы играем в Химках дома, но стоит поблагодарить каждого, кто сегодня переживал за нас и приехал сюда. Потому что это большое дерби, и если мы немножко бы уступили Химкам, они моментально бы наказали нас, и даже при разнице плюс 10 мы могли проиграть те же 10 очков. Поэтому очень важно было в каждом моменте, что в нападении, что в защите, постоянно показывать, что мы играем жестко, агрессивно. И то, что несмотря на то, что мы играем у них дома, чтобы они играли в наш баскетбол, в нашу игру. Thank you.